Замечательно сыграли наши хоккеисты. Я не знаю, когда будет ваш эфир с Америкой и с Финляндией. И я думаю, футбол скоро подтянется. Я думаю, к этому же уровню. У нас все ребята спортивные, все хорошие. Дело это не в тренере, наверное, совсем. Я думаю, нечего так часто менять тренеров. Вот. Я думаю, просто нужно взяться за голову, и все будет хорошо. Я думаю, хоккей, как показать как пример футболистам. Пускай будет так.